Всем привет, с вами Алекс RMPC.by. Значит, в этом видео я хочу начать такие играть, проходить Inside. Так, ну я, наверное, я просто чуть-чуть уже начинал. Немножко посмотреть, как игра запускается. Да, игра вышла месяц или чуть больше назад, и, соответственно, уже многие поиграли, многие посмотрели, но все равно пропускать мимо этот проект, эту игру, ну просто вообще нельзя никак. Поэтому, конечно же, я поиграю. Так, значит, ну что, я, получается, начинаю в каком-то лесу, таком мрачном. Ну, это такая, сказать, отличительная черта разработчиков из Playdead Studios, которые, еще начиная с Limbo, выпущенный в 2010 году для приставок, а потом и для ПК, тоже показывала такую мрачную атмосферу такого ужасного места, как Limbo. Ну, то есть это реально так не указывалось в игре, а было таким намеки различные, там различные круги, там все это нужно было выживать. Так, значит, секунду, здесь, наверное, должен быть прыжок. Сейчас я найду прыжок. А, все понятно. Так, и по сравнению с Limbo, в новой своей игре Inside разработчики из Playdead Studios решили сделать игру, ну, примерно в таком же направлении, мрачном выживании с головоломками, но в то же время расширить физику, доработать графику, атмосферу и сделать игру такую. Ну, в общем, везде, во всех направлениях чуть побольше. Нужно посмотреть, что у них получилось, хотя Limbo я уже достаточно-таки давно прошел, да, уже где-то года три назад, но очень хорошо помню те головоломки, того паука огромного, который пытался сожрать, и вообще постоянно смерти, которая там буквально не так прыгнул, и, ну и сразу же смерть. То есть игра была очень мрачная, но и головоломки были хорошие, то есть игра, конечно, была достойная. Ну, я думаю, Inside будет такая же, ну, более того, это уже известно, так сказать, по рецензиям, вполне себе хорошая. Не шедевр, к сожалению, там, наверное, есть какие-то минусы, нюансы, но очень хорошая. Так, ну что, тогда я пойду дальше. Ну, такая, да, приятная физика. Так, что у меня, значит, какой-то грузовик, там были люди, их закрыли, и он уезжает. Я пригнулся. Так, грузовик увозит куда-то людей. Так, секунду. Так, ну что, продолжим. Грузовик уехал с людьми, я тихонько на корточках смотрю, что же здесь происходит, что это за страшный лес, огромные деревья. То есть я такой маленький, совершенно такой кроха, и иду куда-то. То есть пока совершенно не понимаю, где, что, какая моя цель. Ну, пока понятно, цель одна – это выживать, потому что пока видны какие-то люди, какая-то мрачность, какой-то мрак. Я тихонько продвигаюсь. Так, стоп. Они услышали, наверное, какой-то шорох. Кстати, секунду, почему-то я что-то… Я не слышу звука совершенно. А, громкость, давайте-ка я чуть побольше громкости сделаю. Так. Вот он идет проверять. Так, пока они пошли туда, я тихонько ухожу. Так, ну, что сказать. Игра, конечно же, очень атмосферная. Нужно тихонько играть спокойно вечером и просто наслаждаться, вглядываться во все мелочи, тонкости. Потому что все, что здесь, кстати… А, ну вот, наверное… Стоп. Так, теперь мне нужно как-то… Опять там тот грузовик. И нужно посмотреть. Кстати, я думаю, да, поспешил чуть-чуть. Что там происходит? Ну, стоят какие-то надзорные люди с собакой. Так, пока вроде бы все, действий никаких. Или что-то проверяет. Что-то показывает. Проезжай дальше или проходи, или что там… Так, мне… Ну, вроде бы все, движуха там закончилась. Мне нужно разобраться, что да как. Через стену эту перелезть я не могу. Попробую вернуться, а что делать? Так, вот я вернулся.
сказать, чтобы это что как-то изменило ситуацию, нет. Но здесь маловероятно, что нужно будет сильно возвращаться назад. Нет, такие платформеры — это в основном только вперед. Вперед. Ну или вот здесь вот. Здесь должно быть что-то такое, что мне поможет пройти дальше. Так, ну прыгнуть я не могу. Так, а что еще я могу сделать? Так, могу только прыгать. Стоит какой-то холодильник. Теоретически бы его как-то подвинуть. А, да, точно. Оказывается, с ним можно взаимодействовать. Я его повалил и теперь двигаю. Просто изначально это было не настолько очевидно, поскольку он, оказывается, так боком может к нему прижаться, мой паренек, и подвинуть его. Так, все, нужно прослушать, что там да как. Внизу вроде никого. Так, ну что, попробую. Все, иду дальше, грузовик дальше поехал. Надзиратели с собакой там. Так. Ну, то есть, если, конечно же, вдуматься в данную ситуацию, оказаться реально таким маленьким пареньком, где-то в таком страшном лесу, с какими-то страшными непонятными людьми, даже, может, какие-то военные или еще какие-то непонятные люди. То есть, достаточно, конечно, таки страшно. И я даже не знаю, что бы я реально делал в этой ситуации. Ну, случись мне реально оказаться там. Так, ну, видим. Изначально, да, разработчики говорили просто про суперфизику крутую. Ну или, по крайней мере, улучшенную, даже доработанную с первой части, с Лимбо. И, конечно же, да, физика приятна, все, ну как бы не все, но предметы двигаются, красиво падают. Но больше, конечно, это будет все видно и работать в различных головоломках, в том числе с жидкостью. Так, мне нужно перейти какую-то небольшую речку. Я иду тихонько, вдалеке фонари. И вроде бы все, меня нашли. Собака за мной. Давай. Все, я бегу. Ох, мне повезло. Повезло. Доберман, это вроде бы доберман. Чуть не загрыз меня. Ну, я думаю, что здесь, как и в Лимбо, тоже придется, наверное, часто умирать. Хотя Inside переводится как внутри. Нужно немножко поиграть, чтобы понять, внутри чего. Понятно, что это будет какая-то аналогия там внутри, там, то есть это будет не именно внутри там леса там или внутри там какой-то территории, а внутри, может, какой-то ситуации, какой-то замкнутой, как каких-то событий. И пока вот нужно будет разгадать примерно. Ну, разработчики, так, какая-то машина. Так, они уже знают, что я где-то здесь. Я попытаюсь сейчас. Сейчас, наверное, просекут меня. Попали, ничего себе. Все понятно, да. То есть Лимбо, это здесь нужно было подождать. И Лимбо, ой, Inside, это тоже, это постоянные смерти, постоянный ужас. То есть так, нужно здесь где-то затаиться, пока они проедут. И потом, видимо, только идти дальше. Да, вот здесь я затаюсь. И теперь, они проехав, удаляться, и я смогу идти дальше. Ничего себе, они меня подстрелили. То есть первая моя смерть, сколько я здесь, пару минут играю фактически, и уже первая смерть. И причем чувствую, не последняя, их будет очень много. Кстати, здесь вот они остановились, эти какие-то злые люди. Так, я пробежал. Все, да, заметили меня, мне нужно очень быстро бежать. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Давай. О! Вот оно. Ничего себе. То есть, ну, такой отстрел, то есть совершенно не поймать сетями там или еще как-то. Обязательно отстрел. Именно только отстрел. Так, ну здесь я, как понимаю, меня в любом случае найдут, но там я должен буду просечь какую-то интересную особенность. Ну, не особенность местности вот этой сейчас. Где-то здесь то ли спрятаться, то ли что.
Стоп, не могу, не совсем понятно. Вот тебе и на, казалось бы. Ну, пробежать я точно не смогу. Но как? Что? В чем? В чем загвоздка? Так, ну здесь я должен бежать, это понятно. Может быть, он должен меня поймать? Начнет топить, топить начнет, нет? Поймал, то есть, конечно, не должен меня поймать. Блин, ну что же нужно сделать? Казалось бы, на первый взгляд так. То есть, ну что сделаешь? Вроде бы все минимально, то есть нечего, просто нечего. Не знаю, что делать. А, все, я понял. Все, нужно было просто чуть-чуть, да, удержаться. Да, сразу же меня задушил, что ли. Блин, какой страх и ужас. То есть нужно было чуть-чуть задержаться, пока тот проедет. И я смогу бежать дальше. То есть, да, Inside — это тоже опять такая садо-мазо смертельная игра, которой придется очень-очень много умирать. Очень много умирать. Много мучений. И все это будет, ну, дальнейший путь узнаваться исключительно через смерть. Ох, ничего себе. Очень, ну, крутые выстрелы, физика, картинка, все просто замечательно. А-а-а, собаки! Нет, собаки все-таки не решились. Вот, кстати, она, вода, физика. Ох, пузырьки, все это очень круто смотрится. Блин. Да, я понимаю, что воздуха у меня рано или поздно не хватит, но можно было... То есть, ну, крайне минималистичный экран, то есть нету ничего совершенно. И нужно на глаз примерно ощущать, сколько мне воздуха хватит. Все, блин, попали в меня опять. Да, конечно, я понимаю, что игра крайне жестока, но здесь очень-очень круто, то есть это... Очень круто. Так, нужно, я чувствую, чуть-чуть переждать. Или, вернее, даже нырнуть. Так, нужно нырнуть. Ускорения никакого нету. Так, чуть-чуть вдохнуть. Пока плыву дальше, идет дождик. Я по какой-то реке или озеру. Страх и ужас. Ну, как бы ни было, но очень круто. То есть, Лимбо — это такое приключение. Причем приключение... Ну, вернее, выживание. Приключение — это когда что-то интересное, веселое, насыщенное событие. А здесь просто страх, ужас. Мертвые свиньи какие-то лежат. То есть страх, ужас, непонятно что, к чему. То есть очень, очень неприятно. То есть чувство такое, но все равно хочется идти дальше, хочется выжить, дойти до чего-то. Хочется спастись, да. Так, все, вот я подошел к кукурузному полю. Его я видел на картинках. Тоже таки достаточно страшная местность. То есть, ну, как представлю, ну, представьте, так вот вечерком, в сумерках идти одному по полю кукурузному, где постоянно что-то шуршит, что-то происходит. То есть очень-очень тоже неприятная ситуация. То есть разработчики знают, как надавить на что-то такие, на какие-то детские страхи. Ну, даже, может, не страхи, но такие ситуации, которые случаются часто с детьми. Вот опять я подхожу к какому-то уже населенному людьми месту. Какая-то ферма небольшая. Так, ну что, наверное, я пока на этот... Ну, давайте сейчас пробегу дальше, посмотрю, что будет. Ох, опять горы трупов свиней. То есть произошел какой-то мор, неизвестно что. Так, сейчас я поднимусь наверх, залезу и попаду в этот амбар. Так, вот я внутри. Ну, все, наверное, дальше я уже продолжу в следующем видео. Такое небольшое знакомство с с Inside. То есть, конечно же, очень крутая игра. То есть, в плане своей уникальности, таких игр, я бы сказал, почти нету. Да, платформер, да, все просто, минималистично, но игра сделана просто с такой, с душой, с вниманием к мелочам.
с недосказанностью, как всегда, то есть додумайте, представьте, доскажите, то есть, ну, проект, конечно, с большой буквы, и более точную оценку я, конечно же, вынесу свою после прохождения. Так, ну, на этом пока все, в общем-то, не забывайте смотреть в описании, потому что в описании всегда могут быть какие-то ссылки, я оставляю интересные, и, ну, в любом случае, там что-то может вам быть интересным. Также пишите комментарии или еще какие-то, может, пожелания, советы и так далее. Ну, на этом пока все. Спасибо за внимание.